Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вазген Какусян. В этом видео я буду вас показать, как буду эти две картины покрыть лаком. Кстати, если вы рисуете портреты, это обязательно после рисования покрыть лаком, потому что результат очевиден без лака и с лаком. Кстати, эта картина, я которую буду лакировать, буду тоже упаковывать. И посмотрите, как я упаковываю картину тоже. Картина — подарок день рождения от матери дочки. Она тоже, кстати, художница, но она рисует на лице, макияж делает. Я поставлю его инстаграм-канал снизу и посмотрите, как она вот рисует на лице, ну, макияж делает. Лакировать буду с этими лаками. Это простой бесцветный лак. Кстати, для лица это подходит лучше, чем с кисточками лакировать. Потому что если кисточками будешь лакировать, цвета может местами, если не сухой, будет размыться. Итак, начну лакировать. Посмотрите видео, пожалуйста, до конца. Не забывайте подписываться, поставить лайк и поделиться с вашими друзьями. Спасибо большое. Итак, начнем лакировать. Желаю вас хорошего просмотра. Часов картину уже полностью. Сейчас будем пока упаковывать. Сначала будем тонким целлофаном, чтобы краска не повредилась, потом чуть потолще. А в конце я буду бумагой упаковывать. Оставайтесь и посмотрим, как получится у меня. Thank you.
Вот и все, дорогие друзья, я закончил мою упаковку. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, поставить лайк и поделиться с вашими друзьями. Напишите в комментариях, как получилось у меня лакировать и упаковывать картину. Спасибо большое за просмотр.